Представьте себе наш мир, разоряемый ураганными ветрами, где температура колеблется от испепеляющей жары до леденящего холода. Представьте себе день, который длится всего 6 часов, в мире, где развиваются только примитивные формы жизни. Такой могла быть наша планета, если бы у Земли не было Луны. Луна. 81 миллион миллиардов тонн камня и пыли. Более 3000 километров в диаметре, которые вращаются в почти полумиллионе километров над нашими головами. Это второй по яркости объект на нашем небе. Температура на ней меняется от 250 градусов до минус 380 и ниже. Гравитация на ней в 6 раз меньше земной. Горы поднимаются на высоту до 5 километров, а миллионы кратеров усеивают покрытую пылью поверхность. Место негостеприимное. Но все же для нас Луна связана с романтикой и тайной. Человек на Луне вселяет радость в сердца всех влюбленных по всему миру и подпитывает наш интерес к сверхъестественным мифам и легендам. Но спутник есть далеко не только у нас одних. По меньшей мере 135 других кружат вокруг планет нашей Солнечной системы. У Сатурна их больше всех — 46. Вокруг нас же вращается как минимум 10 таинственных объектов. 5 из них — астероиды, которые временно попали в гравитационное поле Земли, а другие 4, возможно, обломки ракеты «Аполлон-12». 10-й и самый крупный объект — наша Луна. Но до относительно недавнего времени мы мало что знали о ее природе и даже о том, как она появилась. Существует несколько параллельных теорий. Одна предполагает, что Луна — всего лишь астероид или планета, притянутая гравитацией Земли. Другая говорит о сильнейшем воздействии на Землю, в результате которого в космос выбросило большое количество материи, и которая, в свою очередь, сформировала Луну. Свидетельства, которые могут подсказать, какая из теорий более правдива, были получены, когда человек впервые опустился на Луну и начал раскрывать секреты творения, скрытые в лунных камнях. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Мы взлетели. Я на ступеньках трапа. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. С 1969 по 1972 год на Луну вылетало 6 экспедиций. Ух ты, вот это место! Ну и вид совершенно нереально. До сих пор на Луне побывало всего 12 человек. Но эти астронавты сделали больше, нежели просто переписали историю. Они привезли на Землю пробы лунного грунта. Эти лунные камни удивительно похожи на земные, но в них содержится гораздо меньше железа. Эта кажущаяся малая разница представляет значительное свидетельство о том, как была создана Луна. Она свидетельствует о том, что Луна родилась при взрыве. Давайте вернемся на 4,5 миллиарда лет назад в истории Земли. Луны еще нет.
Во внутренней части Солнечной системы примерно раза в два больше планет, чем теперь. Многие из них движутся по направлению друг к другу и должны будут столкнуться. Среди них планета размером с половину Земли, названная Феей по имени матери богини Луны в греческой мифологии. Два небесных тела идут встречным курсом. Фея неуклонно несется все ближе и ближе к Земле. Приближающаяся планета – пугающее зрелище. Астрофизик Джефф Тейлор изучает бурное рождение Луны. Он описывает вид, который открывался с нашей планеты, когда фея летела к ней. Возможно, сначала это выглядело как звезда или очень большая звезда. Но когда она приближалась все ближе и ближе, она становилась все больше и больше и больше, пока не заполнила все небо. В мгновение, которое предшествовало большому столкновению. И тут для вас, как очевидца, все было бы кончено. Была огромная вспышка, все было раскалено до бела. И если бы вы или ваш друг стояли бы на другой стороне Земли, то увидели бы вспышку в атмосфере и ощутили бы сильнейшие землетрясения, которые сотрясали планету. Диаметр феи — 6500 километров. Приведем один факт, чтобы представить ее размеры в перспективе. Метеорит, который предположительно стер с лица Земли динозавров, был 9500 километров в поперечнике. Фея летит со скоростью в 40 с лишним тысяч километров в час, почти в 20 раз быстрее, чем сверхзвуковой реактивный самолет. Это объект был величиной с Марса, он примерно с половину Земли в диаметре. Так что это огромное событие невообразимой мощи. Когда планеты сближаются, их мощные гравитационные поля разрывают внешние слои друг друга в клочья. Затем происходит катастрофа. Они сталкиваются. Удар был равен миллиардам мегатонных бомб. Он разрывает куски земной коры величиной с континент, и камни взлетают в космос. В этих камнях с поверхности планеты содержится лишь малое количество железа. Атмосфера вокруг расплавленной планеты полна каменной пылью. Гравитация Земли притягивает назад большинство обломков, но некоторые выбросило далеко в космос, хотя они так и не смогли полностью оторваться от нашей планеты. Вместо этого они оказываются пойманы гравитацией и формируют кольцо докрасно раскаленной пыли. В процессе, называемом аккрецией, слипанием, кружащиеся по орбите пыли камни сталкиваются, сплавляются друг с другом и создают более крупные глыбы. Можно представить этот процесс с помощью оливкового масла и воды. Вода здесь представляет космос вокруг Земли, а масло — обломки, которые отбросило от нашей планеты этим гигантским столкновением. Все маленькие капли, которые мы налили сюда, это материя, которую отбросило от Земли. Мы встряхиваем их, чтобы показать, как эти обломки вращались вокруг планеты. Но когда Тейлор прекращает встряхивать воду, капли начинают сталкиваться друг с другом и сливаются в более крупные капли. Процесс, при котором маленькие предметы сталкиваются друг с другом и становятся крупнее, называется аккреция. Именно так возле Земли образовалась Луна, и именно так образовалась Земля возле Солнца. Когда обломки соединяются, их совместная гравитация становится достаточно сильной, чтобы притягивать еще больше обломков. Эта цепная реакция не остановится до тех пор, пока миллиарды кусочков разбросанного камня не соберутся вместе в один раскаленный докрасно шар материи. Менее чем за 100 лет он охлаждается, становясь твердой каменной глыбой объемом в 1/50 Земли. Это спутник. Когда Луна сформировывается, то оказывается на расстоянии всего в 27 с небольшим тысяч километров от нас.
Но так близко она будет не всегда. Бурное рождение отбросило ее от нас в путешествие, которое будет длиться 10 миллиардов лет. Убедительное доказательство того, что Луна удаляется от нас, было получено в 1969 году, когда астронавты оставили 46-сантиметровую отражающую пластину на поверхности Луны. Изучая лучи лазеров, которые отражаются от этой пластины, ученые могут вычислить расстояние между Луной и Землей с точностью до сантиметров. Эти вычисления показали, что Луна удаляется от Земли со скоростью примерно 4 сантиметра в год. Так почему же она движется? В 90-х годах прошлого века суперкомпьютеры дали ученым более точную картину того, что произошло 4,5 миллиарда лет назад. Компьютерные модели столкновения выявляют, что столкновение Феи и Земли произошло по касательной и ускорило вращательную силу нашей планеты. Это вращение обеспечивает смену дня и ночи, но огромная сила удара заставляет ее крутиться гораздо быстрее, чем вращается Луна на ее орбите. В те далекие дни Земля совершает оборот каждые 6 часов, в 4 раза быстрее, чем сейчас, а у Луны на это уходит 20 дней. Таким образом, Луна вращается медленнее, чем Земля. Однако новорожденная Луна в 15 раз ближе к нашей планете, чем сегодня, из-за чего влияние гравитации настолько сильно, что, как показано на этой демонстрационной модели, она заставляет Землю вспучиваться прямо под собой. Эта выпуклость движется по поверхности как прилив, и его собственная гравитация воздействует на Луну. Поскольку Земля вращается быстрее, выпуклость всегда идет впереди Луны и тянет спутник вперед, заставляя его ускоряться. Любой предмет, который движется по кругу, будет при ускорении стремиться прочь, практически как молот, который метают на Олимпийских играх. Луна вращается быстрее и по спирали начинает двигаться в сторону от Земли. Это путешествие, которое будет длиться миллиарды лет. При рождении Луна вращается в 15 раз ближе к Земле, чем сегодня. Но такая близость означает для нее огромный риск. На Луну рушатся тысячи астероидов, которые разрушат 80% ее поверхности. Прошло 4 миллиарда лет, или, как говорят ученые, 4 гигагода. Теперь Луна вращается в 138 с небольшим тысячах километров, в 3 раза ближе к Земле, чем сейчас. Если смотреть с нашей планеты, то по сравнению с Луной все в небе кажется крохотным. В этот ранний период своей жизни Луна оказывает самое значительное влияние на Землю. Столкновение, в результате которого она появилась, было настолько сильным, что Земля сместилась по оси на 23,5 градуса. Этот наклон и обеспечивает нам весну, лето, осень и зиму. Если бы наша планета вращалась строго вертикально, как Меркурий, то смены времен года бы не существовало. Все стороны Земли получали бы по 12 часов света и 12 темноты. Полюса бы были заключены в вечные ледяные сумерки, а на экваторе царила бы бесконечная жара. Но Луна не только создала этот наклон. Она же и поддерживает его. Сильная гравитация молодой Луны действует как огромный гироскоп, который стабилизирует ось Земли. Астробиолог Лин Ротшильд поясняет. Это отклонение сохраняется потому, что Луна помогает стабилизировать его. Если бы Луны не было, мы бы имели то, что астрономы называют хаотичным отклонением. Происходили бы довольно серьезные смещения за достаточно небольшие промежутки времени.
Без нашего огромного стабилизатора наклон земной оси варьировал бы от 0 до 90 градусов. Это изменяло бы распределение солнечного света по поверхности планеты, и тонкий баланс погодной системы был бы полностью разрушен. Климатические пояса менялись бы с огромной скоростью. Тропики бы вдруг покрылись льдом, а Антарктида превратилась бы в обширную пустыню. Но, к счастью, Луна спасает нас от таких катастроф и обеспечивает существование жизни. Получается, что она могла оказать исключительное влияние на то, как появилась и развивалась жизнь на Земле. На самом деле, можно даже сказать, что если бы в небесах не было бы Луны, то сегодня бы мы не снимали эту передачу. Не всем планетам нашей Солнечной системы повезло так, как нам. У Марса два спутника, но они слишком малы, чтобы стабилизировать его наклон. И в результате красная планета вращается гораздо больше, чем Земля. Некоторые ученые полагают, что это одна из причин, по которой на ней сейчас нет жизни. Когда вы сегодня смотрите на Луну, то первое, что вы замечаете, это кратеры. Они рассказывают астрофизикам, таким как Дэвид Гринг, о далеком и бурном прошлом. Вы можете выйти на задний двор и увидеть на поверхности Луны кратеры, которые возникли в результате столкновений более 300 тысяч кратеров от полукилометра до 800 километров в диаметре. Большинство из них появилось в результате столкновений метеоритов с поверхностью Луны. Крупнейший кратер, видимый с нашей планеты, — Море дождей. Его диаметр — более 1100 километров. Лунные кратеры различаются по размеру, но почти все они появились практически в одно и то же время. Около 4 миллиардов лет назад парад газовых гигантов Юпитера и Сатурна меняет форму их орбит. Это создает эффект рогатки, который посылает астероиды к внутренней части Солнечной системы, прямо к Земле и юной Луне. Миллионы лет астероиды бомбят все это пространство. Некоторые из этих столкновений должны были создать кратеры величиной с континент или даже больше. Они могли уничтожить все океаны на поверхности планеты и перегреть атмосферу. Жизнь в таком виде, в каком мы ее знаем, не смогла бы сохраниться на поверхности Земли. Этот период интенсивного обстрела называется лунным катаклизмом. Гравитация Земли только подливала масло в огонь, притягивая метеориты и астероиды прямо к себе. Сама по себе маленькая Луна могла бы пострадать меньше, но она слишком близко к планете. Астероиды, несущиеся на Землю, вместо нее бьют по Луне. Она становится первой жертвой, приняв на себя удар, предназначавшийся нашей планете. Большинство кратеров на Луне появляются во время лунного катаклизма. Уничтожено 80% лунной поверхности. Расплавленный базальт сочится из трещин и заполняет кратеры, создавая моря лавы. Миллионы лет она будет застывать, создавая марии или моря, такие как Море спокойствия. Именно рисунок темного базальтового камня создает то лицо лунного человека, которое знакомо нам сегодня. Дэвид Гринг демонстрирует, что именно происходит с поверхностью Луны, когда в нее ударяет метеорит. Он бросает 2-килограммовый камень с высоты 15 метров в песок. При столкновении песок взлетает в воздух. Во время лунного катаклизма некоторые столкновения были настолько сильны, что часть материала так никогда и не вернулась обратно. Вместо этого она улетает в космос, где ее захватывает гравитация Земли, которая по-прежнему находится всего в 138 тысячах километрах.
Некоторые из этих камней летят к нашей планете. Вы могли бы увидеть огромное облако обломков, взлетающих с поверхности Луны. На самом деле, это облако могло полностью обволакивать всю ее поверхность, а из него к Земле летели каменные осколки. Они летели сквозь атмосферу, как огненные шары, чтобы рухнуть на поверхность нашей планеты. Такие лунные метеориты исключительно редки. Это часть одного из всего 30 найденных лунных метеоритов. Этот образец упал в Африке. Анализируя подобные образцы, мы узнаем, что количество столкновений, затронувших Луну, резко увеличилось — 3,9 — 4 миллиарда лет назад. Лунные метеориты хранят в себе запись геологической истории внутренней части Солнечной системы, такой, какой она была около 4,5 миллиардов лет назад. Эти камни старше самых старых камней на Земле. Присутствие лунных метеоритов на Земле заставило ученых задаться вопросом: если камни может отбросить с Луны до Земли, то могут ли камни с Земли оказаться на Луне? И если такие земные метеориты будут найдены, смогут ли они дать нам фантастические сведения о том, что происходило на Земле миллиарды лет назад? Для того, чтобы высвободить что-либо из сильной гравитации планеты, необходима огромная сила. Гораздо больше, нежели та, что требовалось для того, чтобы оторвать лунные метеориты от поверхности Луны. К примеру, космическому шаттлу для этого требуется 15 миллионов лошадиных сил. Лунному же модулю необходимо всего 6300 лошадиных сил, чтобы оторваться от поверхности спутника. Но насколько большим должно быть столкновение, которое бы отбросило в космос обломки с Земли? Известный астрофизик Гильермо Гонзалес из Государственного университета Айовы рассчитал ответ на этот вопрос. Кратер в Северной Аризоне, метеоритный кратер, который кажется очень большим, когда вы в него спускаетесь, не был достаточно велик, чтобы выбросить какое-либо существенное количество материала за пределы земной атмосферы. Но когда речь идет, скажем, о кратере, который убил динозавров в Мексике, этот, пожалуй, был достаточно велик, чтобы выбросить некую часть материи, пусть и малую, за пределы Земли, и какая-то ее часть могла сесть на Луне. Столкновение метеоритов и астероидов с Землей во время лунного катаклизма гораздо сильнее, нежели то, которое уничтожило динозавров. Они бьют с такой силой, что в атмосфере Земли появляются дыры. Камни и обломки, взлетающие в небо, проходят через них и, оказавшись в космосе, притягиваются Луной, которая вращается на расстоянии всего 138 тысяч километров. И постепенно они добираются до Луны и падают на нее. При падении они, конечно, должны были раздробиться на более мелкие кусочки в зависимости от того, на какой скорости они ударялись о поверхность. Приземлившись на поверхность Луны, они идеально сохраняются в вакууме космоса. К несчастью, молодая Земля стерла свою раннюю историю, но она оставила записи, пусть и частичные, на поверхности Луны в виде этих земных камней. Если мы сможем найти какие-нибудь окаменелости или, по крайней мере, остатки ранней жизни в этих земных камнях на Луне, это может помочь нам найти ответы на сложные вопросы о возникновении жизни. Гонзалес уверен, что на каждом квадратном километре лунной поверхности может быть рассыпано свыше 450 килограммов земной породы. Это единственное место в Солнечной системе, куда мы можем отправиться, чтобы узнать о возникновении жизни, потому что земные обломки на Луне сохранились в своем первозданном виде. Ведь на Луне нет круговорота воды, нет большой геологической активности, и они довольно быстро оказались погребены под материалом от других столкновений с Луной, так что они были защищены от солнечного ветра и других подобных вещей. До сих пор на Луне не было обнаружено ни одного куска земной породы. Гонзалесу придется ждать следующей экспедиции на Луну и надеяться, что эти бесценные камни будут найдены. Первые полмиллиарда лет путешествия Луны от Земли были бурными.
Следующий миллиард лет наш спутник продолжает сбегать от нас в космос. Ее путь меняет лицо планеты до неузнаваемости. Сила ее гравитации создает приливы высотой в сотни метров, перемешивая воды земных океанов. Это создает условия для развития сложных химических соединений. Луна помогает рождению жизни на Земле. Три миллиарда лет назад Луна продолжает свой побег от Земли. Теперь она вращается на расстоянии в почти 322 тысячи километров. Воздействие ее гравитации уже слабее, но все же она достаточно сильна, чтобы кардинально изменить нашу планету. Она перемешивает воды океанов. Луна слишком далеко, чтобы оказывать серьезное влияние на каменные породы Земли, но может воздействовать на океаны. Когда она проходит над ними, ее гравитация создает приливы. Но это не те приливы, какие мы знаем сегодня. Эти высотой в сотни метров. Астроном Нил Коммингс изучает то, как молодая Луна воздействовала на приливы. Когда Луна впервые начала формировать приливы, они были где-то в тысячу раз выше, чем сегодняшние приливы. Они шли на сушу как стена воды высотой в 3 с лишним километра, как огромная гора. Должно быть, они покрывали сотни километров суши, а, возвращаясь назад, уносили обломки с поверхности Земли в океаны. Материал, который уносило в моря, содержит минералы и питательные вещества. Приливы, созданные Луной, взбивают их в важнейший коктейль в истории Земли – первичный бульон. Смешиваются и разрываются различные комбинации минералов. Именно в этом бурлящем котле верное сочетание минералов становится жизнью. Коммингс уверен, что искра жизни никогда бы не зажглась без Луны, которая и взболтала наш первичный бульон. Молодая Луна создала эти исключительно высокие приливные волны, которые наполнили океаны минералами. Ну а те дали возможность развиться жизни, дали нам возможность быть здесь. Приливы, возможно, помогли развиться первой цепочке ДНК. Некоторые ученые полагают, что изменения, происходящие в химических концентрациях во время приливов и отливов, заставили ДНК распадаться и воспроизводиться. Огромные приливы, созданные Луной, сыграют еще одну важнейшую роль в истории Земли. Они помогут всей атмосфере планеты успокоиться и стать более гостеприимным местом. Местом, где может развиться более сложная форма жизни. 3 миллиарда лет назад Земля была совсем другой. Столкновение, которое создало Луну, заставило планету вращаться быстрее. Настолько быстро, что день длится всего 6 часов. Эта скорость оказывает разрушительное воздействие на всю планету. Скорость вращения – один из самых важных факторов, определяющих общепланетный климат. Быстрое вращение создает ветра и вихри в атмосфере. Чем быстрее крутится планета, тем быстрее и сильнее ветра. Миллиарды лет назад, когда Земля вращалась в 4 раза быстрее, чем сейчас, атмосфера жестоко хлестала сушу. Сегодняшние ураганы со скоростью в сотни километров в час вырывают деревья с корнем, срывают крыши с домов, вызывают сильные наводнения. Но за день или два все заканчивается, приходит в норму, люди живут своими жизнями. А представьте, если бы мы жили в мире, где такие ветра дуют все время. Таков климат нашей молодой и быстро вращающейся Земли. Это место, где бушуют бесконечные ураганы и ходят волны в 3 километра высотой. Такой климат слишком враждебен, чтобы в нем зародились более сложные формы жизни.
Но разрушительные приливы, созданные Луной, начинают успокаивать адскую атмосферу. Они воздействуют на скорость вращения планеты, постепенно удлиняя день с 6 до 24 часов. Когда вращение Земли замедляется, успокаивается и атмосфера. Ураганные ветра уже не в порядке вещей. И на нашей относительно мирной и спокойной планете зарождается более сложная жизнь. Я действительно считаю, что своим существованием мы обязаны Луне. Без нее наш мир развивался бы иначе, и в результате мы бы развились иначе. Мы бы не были теми существами, какими являемся сейчас. Сила, находящаяся рядом Луны, кардинально изменила нашу планету. Следующие 3 миллиарда лет она продолжает свое путешествие в космос. Ее влияние ослабевает, но не исчезает полностью. Некоторые ученые полагают, что она вызывает землетрясения и извержения вулканов. А многие люди по-прежнему верят, что полная Луна влияет на поведение человека странным и необъяснимым образом. Сегодня Луна вращается вокруг Земли на расстоянии около 500 000 километров. Это в 15 раз дальше от нас, чем тогда, когда только сформировалась. Она кажется далеким и мистическим объектом в небесах, а влияние ее гравитации гораздо слабее, чем прежде. Теперь воздействие ее гравитации настолько мало, что равно той силе, с какой будет притягиваться горошина, поднятая примерно на 60 сантиметров над головой. Но некоторые все еще верят, что даже такая маленькая сила Луны влияет на поведение человека. 29-дневный цикл обращения Луны вокруг Земли называется лунным циклом. На всем его протяжении внешний вид Луны меняется, потому что она постоянно движется относительно Солнца и Земли. Вулканолог Стив О'Мира полагает, что это меняющееся положение Солнца и Луны относительно друг друга исключительно важно. Полнолуние долгое время ассоциировалось с тайной, агрессией и ужасом. Исследования показывают, что поведение некоторых животных меняется на протяжении лунного цикла. У некоторых животных весь цикл размножения зависит от Луны. Ученые изучили связь между хищничеством и полной Луной. Исследователи полагают, что увеличившийся объем лунного света помогает ночным охотникам выслеживать и убивать добычу. Рассказы же о том, что волки чаще воют на полную Луну, не более чем миф. И все же некоторые млекопитающие действительно становятся более активными в полнолуние. Может ли эта агрессивная черта, вызванная Луной, распространяться и на людей? Улицы Сан-Франциско. Офицеры Хилли и Махони из полицейского департамента Сан-Франциско выезжают на очередное ночное дежурство. Они патрулируют район Тандерлойн последние 10 лет. Но это не обычная ночь. Это полнолуние. А в полнолуние ситуация действительно погорячее. Кажется, что некоторые из тех клиентов, с которыми мы работаем, думают, что полнолуние каждый день. Вы можете спросить любого, кто работает в спасательных службах. У полицейских, пожарных, парамедиков, врачей. И все они скажут вам, что во время полнолуния дел не в проворот. Но существует ли какое-либо научное свидетельство того, что Луна воздействует на поведение человека? В 1976 году американский журнал «Психологии»
изучил 34 318 преступлений и выяснил, что наиболее часто они происходили при полной луне. Год спустя, при изучении 18 495 психически больных пациентов, выяснилось, что пик попаданий в больницу приходится на новолуние. Однако серия более современных исследований не выявила никакой связи между поведением человека и лунным циклом. И все же многие люди по-прежнему верят в силу полной луны. Возможно, из-за фильмов ужасов и фольклорных историй. На протяжении поколений нам говорили, что убийства, смерти и даже мифические существа, такие как оборотни, связаны с полнолунием. Неудивительно, что со временем мы начали верить, что эта связь существует и в действительности. Пожалуйста, доктор, помогите, помогите. И миф о полнолунии живет. Воздействие Луны на людей может быть минимальным, но некоторые ученые считают, что ее гравитация до сих пор оказывает серьезное воздействие на саму планету. Во время лунного цикла меняется не только внешний вид Луны, но и сама сила гравитации. В новолуние, когда Солнце и Луна стоят на одной линии, их совместная гравитация оказывает на Землю большее влияние, чем обычно. Когда Луна движется вокруг Земли, она тянет нас в разных направлениях. В полнолуние, когда Солнце и Луна тянут планету в разные стороны, происходит своего рода астрономическое перетягивание каната. В большей части лунного цикла для Земли нет опасности. Но когда Солнце и Луна находятся на одной линии, их совместная гравитация создает максимальную нагрузку на земную кору. Некоторые ученые полагают, что это может вызвать разрушительные природные явления. Вулканологи Стив и Донна О'Мира пользуются этим циклом для предсказания извержений. Пока другие ученые проверяют уровни серы и изучают сейсмографические данные, Стив и Донна составляют схему положения Луны. Они уверены, что Луна в определенных своих положениях может вызывать извержения. О'Мира считают, что сложный цикл гравитационного воздействия Солнца и Луны, повышенная нагрузка, могут волновать расплавленную породу под землей. В самых нестабильных местах земной коры, где формируются вулканы, давление иногда становится слишком сильным и происходит извержение. Свое открытие О'Мира сделали в 1996 году во время экспедиции на извергающийся вулкан Ареналь в Коста-Рике. Самое потрясающее в том, что все вулканы разные. Они как люди, у них разный характер. Мы в самом деле поближе узнали некоторые из них, и, к примеру, вулкан Ареналь мы зовем младенцем, потому что он извергается постоянно. За две недели, которые длилась экспедиция, Ареналь оправдал свое прозвище, извергнувшись 15 раз. Ученые понимают, что самые крупные извержения происходят всякий раз, когда Луна оказывается прямо над ним. Вычисляя положение Луны над Ареналем, О'Мира предсказывают извержение с точностью 80%. Такая точность беспрецедентна в мире вулканологии. Во время одного из них мы на самом деле разбудили жителей деревни и сказали им: «Готовьтесь, будет извержение в 12:30, будет большой взрыв». И в 12:30 вулкан извергся, точно по расписанию. О'Мира утверждает, что с 96 года он при помощи Луны верно предсказывает извержение вулканов по всему миру. Либо я один из важных везучих людей на Земле, либо Луна влияет на извержение. Но Луна может вызвать природные катаклизмы еще больших масштабов, чем даже извержение вулканов. Один ученый уверен, что Луна могла вызвать две из самых страшных природных катастроф, произошедших в последние годы. Землетрясение в Пакистане в октябре 2005-го
и цунами в Азии в 2004. Сегодня Луна продолжает удаляться от Земли на скорости почти 4 сантиметра в год. Даже на расстоянии в почти 500 000 километров гравитация Луны все еще может воздействовать на нашу планету. Предполагается, что Луна может вызывать извержение вулканов, но геолог Джеймс Беркланд полагает, что она играет гораздо более разрушительную роль. 1994 год. Беркланд отправляется в Перу, чтобы присутствовать при редком событии, когда Солнце и Луна выстраиваются в идеально ровную линию, создавая солнечное затмение. В Перу большое землетрясение называют Теремото. Мы видели это затмение. И перуанский гид сказал: «Я так рад, что вы смогли увидеть наше затмение, потому что у нас в Перу есть традиция. Мы наблюдаем затмение, а потом ждем землетрясение». Это древнее перуанское верование в то, что солнечные затмения, связанные с теремото или землетрясениями, поддерживают то, что Беркланд изучал последние 30 лет. Сотни лет они знали то, что я знаю уже почти полвека. То, что Солнце, Луна и Земля, выстроенные в одну линию, часто могут вызвать землетрясения. Земная кора состоит из 7 тектонических плит, которые сталкиваются друг с другом, создавая ряд повреждений. В этих местах плиты трутся друг о друга, иногда подныривая друг под друга или наползая сверху. Эти неожиданные движения вызывают землетрясения. Беркланд полагает, что относительное положение Луны и Солнца над этими линиями повреждения исключительно важный момент для возникновения землетрясений. Когда я увидел океанские приливы, возникающие из-за прохождения Луны, то подумал, что она может ослабить линии повреждения и своего рода смазать трещину, облегчая скольжение плит. Он наблюдает за положением Солнца и Луны во время лунного цикла, когда они проходят над опасными зонами. Он также принимает во внимание, насколько близко Луна находится к Земле, поскольку орбита спутника не идеально круглая, а эллиптическая. Итак, Земля здесь, а Луна путешествует вокруг нее по очень эллиптической орбите. Здесь она отдаляется, а точку наибольшего приближения мы называем перигеем. Она находится всего в 355 600 километрах от нас. Когда Луна приближается, ее влияние на приливы гораздо сильнее, чем когда она находится в апогее, в 407 тысячах километров, перейдя в это положение всего через 2 недели после прохождения перигея. В перигее влияние Луны на Землю на 20% сильнее, чем в апогее. Сложив вместе всю эту информацию, Беркланд высчитывает, какое давление Луна оказывает на определенные линии повреждений по всему миру, когда она проходит над ними. Он высказывает предположение, что полнолуние в перигее действительно может привести нестабильные линии в движение. За последние 10 лет его метод позволил ему предсказать несколько землетрясений, но его теория спорна. В 1989 году Беркланда отстранили от работы в качестве окружного геолога в Санта-Клара, штат Калифорния, пока он не пообещает не делать предсказаний, которые вызывают массовую панику. А другие ученые сомневаются в том, что существует связь между Луной и землетрясениями. Октябрь 1989-го. Беркланд предупреждает Сан-Франциско о грядущем большом землетрясении. Через несколько дней после этого, во время авиагонок мировой серии, трагическое предсказание Беркланда сбывается.
Когда произошло землетрясение во время мировой серии, я находился на седьмом этаже здания окружной администрации, и когда ударила первичная волна, я секунды две был в восторге. Вот оно, мое землетрясение. А потом уже я не хотел, чтобы оно произошло, потому что меня швыряло туда-сюда. Я вцепился в стойку, большой аппарат для чтения микрофильмов едва не рухнул на пол, и вокруг меня падали шкафы и ящики. Это было страшно. Землетрясение силой в 6,9 баллов вызвало урон в 6 миллиардов долларов. Погибло 63 человека. Предсказать землетрясение силой в 6,5 балла в районе Сан-Францисского залива, где подобных землетрясений не было с 1906 года, очень неплохой показатель. Идеи Беркланда радикальны, и точная природа воздействия Луны на землетрясение еще как следует непонятна. Тем не менее, в 2004 году Беркланд предсказывает, что сразу после Рождества, во время полнолуния, произойдет сильное землетрясение. И землетрясение, вызвавшее цунами в Индийском океане, случилось точно по расписанию 26 декабря 2004 года в полнолуние. В 2005-м Беркланд предсказывает землетрясение силой в 7 баллов, и в предсказанный период землетрясение силой в 7,6 баллов обрушивается на Пакистан сразу после солнечного затмения над этой страной. Может ли это быть доказательством влияния Луны на нашу планету? Пусть даже оно и ослабевает. Сегодня Луна и Солнце в небе кажутся нам одного размера, что означает, что во время солнечного затмения Луна полностью закрывает Солнце. Но давайте заглянем в далекое будущее. 500 миллиардов лет вперед от нашего времени. Луна так далеко от Земли, что затмения остались в прошлом. Еще около 2 миллиардов лет вперед. Луна больше не сдерживает ось Земли, и планета качается туда-сюда. Погода сходит с ума. Жизнь на Земле под угрозой. 1 000 000 000 лет вперед. Луна достигает конца своего пути. Ее орбита стабилизируется. Через 5 миллиардов лет жизнь Солнца подходит к концу. Оно расширяется. Земля и Луна, так тесно связанные в жизни, остаются неразлучны в смерти. Они вместе, когда их поглощает грозный жар нашего гибнущего Солнца.